Так, у нас сегодня 13, наверное, декабря. Завел бычок, прогрел. Очистил его. Едем с трактором. Сейчас будем грузить сено. На заказ повезем. Давно не возил, но сейчас вам повезем. Ну ладно, если будет что интересно, значит, покажу. Так, вон трактор наш едет. Вот наша дорога. Некрасово. Вон сено вывезли сюда. Здесь он сейчас на бычок буду грузить. Ну, так не особо интересно. Надо на торец поставить, чтобы удобнее. Ну, буду ронять. Пробовать. Полевой ремонт. Ремонт в поле. На, посмотри на меня, поснимай. Ну ты ровно его держи. Во. Ну так найди подальше. А что здесь такого, блять? Вот так на. Так, развернули бычка, он выезжает, блять. Я тебе про это и говорю, куда он поедет? Я хуй его знает. Хоть бы фонари этот, поворотники включил. Он не хочет, не хочет. А в ту сторону. А блять. Так куда он, Виталь? В ту сторону. Так пустая трасса, блядь, что он не... Нихуя не это. Не дышит нихуя. Ну и пускай в город, знаешь, в город. Так. Так.
Так, вот так это выглядит. Я захватами переставляю, то есть кувыркаю их, а потом так ставлю на бычка. Тут не зима, тут стройки у нас вовсю. Всем загорелось нам. Ну, масло у меня. Так, ну что, загрузили мы. Надо вечером, наверное, приеду еще этот. Почищу дороги здесь. А то сверху каша образуется. Сейчас завяжем. Где поедем, наверное. Так что как бы. Все.